Купеческая 1, угол Канатный. Друзья, конкретно вот это здание было построено в 1960 году, и оно восстанавливалось по проекту архитектора Вайнштейна. До 1980 года в этом здании работала 116-я школа с физико-математическим уклоном. И это здание восстанавливалось на месте другого разбомбленного во время Великой Отечественной войны, в котором с 1936 года также работала школа. На фасаде здания обратите внимание на мемориальную доску, посвященную Алевтине Ивановне Кудиновой. Она была основателем и первым директором 116-й школы. Она издала любопытную для педагогов книгу, в которой, среди прочего, можно прочесть, что однажды на комсомольском собрании здесь выступил сам Булат Акуджава. По коридорам этой школы ходили Мандельштам, Бродский, Пастернак, Солженицын и Булгаков. В 1965 году Алевтина Ивановна, разрезав ленту на углу улиц Греческой и Канатной, открыла путь троллейбусному маршруту номер 5. В начале 30-х годов 20 века здесь был Одесский окружной комитет ЛКСМУ и иже с ним первое районное милицейское отделение города. С 1916 по 1918 годы вместе с семьей в том доме проживал будущий академик и строитель космических кораблей Сергей Королев. А еще ранее, в 19 веке, в здании, которое находилось здесь изначально, располагалась контора Рансома, реализовывавшая сельскохозяйственную технику, а также здесь были музыкальные классы Фрайфель. Но сегодня здесь располагается ВУЗ, Одесский педагогический колледж.